Кто бы мог подумать, что в природе животные разных видов могут кооперироваться для поиска добычи. Идеальная командная работа койота и барсука не оставляет их жертвам ни единого шанса. Каждый из партнеров использует свои собственные уникальные навыки, но цель одна – суслики, сурки и луговые собачки, их общие кулинарные предпочтения. Задача койота – обнаруживать жертв и загонять их в нору. Напуганные грызуны спешат скрыться под землей, но в дело вступает неутомимая буровая машина. Барсук с огромной скоростью начинает разрывать нору. Загнанные грызуны в поисках спасения бросаются к противоположному выходу из норы, где их уже поджидает голодный койот. Как ни странно, он никогда не поделится своей добычей с барсуком, так же как барсук предпочитает съесть грызуна в одиночестве. Так партнеры в один миг становятся конкурентами, чтобы на следующий день снова создать эффективный союз.